Ну вот уже почти год прошел после парламентских выборов. Гагаузия поддержал партию социалистов. И что партия социалистов сделала для Гагаузии? Абсолютно ничего. Будем говорить откровенно. Абсолютно ничего. Прошли у нас местные выборы, где у нас появились во всех трех городах, значит, представители партии Усатова. Примары стараются. Я ничего не имею против наших жителей, против наших примаров, наших жителей. Все нас стараются. Но где та поддержка, которую обещали? Дадон обещал максимальную поддержку. Из ней мы его не получили. Усатый обещал поддержку. Разве наши руководители городов получили сегодня дополнительные средства, дополнительные гранты, проекты, инвестиции? Да нет. Наоборот, из-за того, что они шли, как говорится, с поддержкой Усатого, они сегодня, может быть, даже и жалеют, потому что нету дополнительных ни средств, дополнительные, очень сложно наверняка проходить сегодня и все вот эти ступени и министерств для того, чтобы добиваться, чтобы мэрии получали дополнительных средств. Поэтому ничего, как говорится, от этого мы не получили от прошлых выборов и не от этих выборов. Поэтому я сегодня четко и открыто могу сказать нашим жителям. Давайте жить своим умом. Давайте жить своим умом и работать во благо нашей маленькой Гагаузии. Давайте работать так, чтобы Гагаузия от всех выборов получала плюсы. От каждого шага, что мы делаем, от каждых наших действий, что мы выигрывали что-то. А то нас все время используют. А потом после этого мы машем кулаками. Зачем махать кулаками после драки? Уже поздно. Поэтому в нашей ситуации, которая есть, мы сегодня должны четко поставить себе цель. Давайте сделаем все шаг за шагом в законодательном органе, пока есть, как говорится, наши депутаты парламента, что мы шли дальше для того, чтобы в дальнейшем могли получить и квоту парламента.